Привет, это Дима Позов. А это Антон Шастун. А еще здесь появятся два приглашенных гостя, которые будут проходить испытания, чтобы выяснить, кто же из них лучше. Победитель будет один. И помни, это не игры. Здесь все серьезно. Всем привет, всем здравствуйте! Всем привет! Ой, я себя этим Робертом Дауни-младшим всегда чувствую, когда этот... А я специально завел людей. Ну-ка. Потому что я потом обычно очень мощно объявляю, кто со мной в команде. Очень мощно и очень коротко. Да, но сегодня я объявлю так, как и будет складываться игра. Ну-ка. Иван Абрамов. Завидуйте, девчонки. Я бы хотел объявить противника Вани так же коротко и емко, но его имя и фамилия этого не позволяют сделать. Поэтому скажу как есть. Андрей Бибуришвили! Hello! Вау. Андрей, да. Ваня, как у вас дела? Прекрасно, супер-класс. Супер-класс. Да. Вы знали, куда вы идете? Знаете, нет. Куда вы пришли? Вообще понятия не имеете? Нет. Сколково. Сколково. Это да. Хорошо. Ваня наблюдательнее, в отличие да. от тебя. А ты едешь просто куда-то. Меня в мешке везли вот так. Тебя я видел, телеграм-канал всегда за рулем человек. Всегда, что бы ни происходило. Я такой. Бомблю немного. Я специально не нагнетаю, потому что я видел Ваню в азарте. Так. Но это страшный человек. У меня были тогда только сотки, я и в трусы только сотки и клал. Сегодня будет 6 раундов. В каждом раунде можно получить балл. Все эти баллы в конце превратятся в какое-то преимущество в финальном раунде. И, соответственно, это преимущество может повлиять на итог финального раунда и итог всей этой игры. Поэтому все эти 6 раундов очень важны. Да. Ну, тебе не надо объяснять, тебе просто слово «раунд», и ты уже понимаешь, я уже сдерживаю свою спортивную эрекцию. Каждое испытание вы будете проходить по очереди. Первый человек, который проходит испытание, его задача справиться с испытанием за 60 секунд. За это вы получите 1 балл. Задача участника, который будет проходить испытание вторым, справиться быстрее, чем его противник. За это вы тоже получите балл. Ну или справиться в принципе, а если первый облажался. Мы это решим чуть позже. Сначала мы сейчас решим... как быстро вы это решите? Мы этого решим буквально. Буквально. Вот, знаешь, что-то такое сделаем, оп, и решим. И решим. Думаешь, я долбоёб? Показывай ему все элементарные вещи. Ты что, куда пошел? Да. Да я пошел, знаешь, дверь открываешь, да. Вот так вот чуть-чуть делаешь, вот это вот. Вот я вижу, что здесь орел. Да. Перед тем, как мы решим, кто первый, нужно решить самое важное. Здесь мы на что-то должны играть. Угу. На все, что угодно. Вы сами можете решить, вот какая ставка сегодня для вас, вот, ну вот, приемлема. Все, что угодно это может быть, вообще. Для меня как бы уже, ну, уже не хочется проигрывать изначально. Может, ни на что не будем играть, а? Согласен? Нет. О-о-о! Андрей, правильный настрой! Это, ты руки свои, это! Я думаю, я... Андрюх, ну мы их вынесем. Придумывай, с учетом, что мы их вынесем точно. У меня кувырок на деньги. У меня борода растет. А у тебя нет. Это я не брился 7 лет. Серьезно? И этого все равно мало. Так, я бы, например, взял... маркер, допустим, перманентный. Ну допустим. Ну как, допустим. И нарисовал у меня вот здесь волосы, согласен. Нет, это обидно, нет. Но согласен. Нет, ты будешь, ну нет, давай усы, просто усы красивые. Перманентным маркером усы. Ну как у Д'Артаньяна. У меня завтра ты любишь соревнования по гимнастике. Ну, и придет смотреть взрослый отец. Да, наконец-то. Мы все такой, эх ты, ёпта мать. Ты представляешь, как будут люди обсуждать? Нет, давай, да, правда, тренеры, давай, всех... Давай перманентный маркер. Давай, судья, а в чем проблема? В чем проблема? Вы что, к нам несерьезно относитесь? Мне кажется, прикольно будет. Ну просто, как у Д'Артаньяна, вот такие. Прикинь, дочка. Дочка, все будет хорошо. Где папа? А ты, да, в шляпе еще. Да, в усах. Но ты наверняка, Вань же, ну когда-нибудь мечтал об усах. Нельзя любить мушкетеров. У меня не растут они, да. Давай нарисуем. Только ты нарисуй красиво. Не вот это вот, знаешь, я гардемаринское вот это. Не, я закончил художку. Закончил художку? Серьезно? Нет, год один не закончил. Как раз там были усы. Да нет, один год не закончил. Нормально. Ну ему куда рисовать? Где? На чем? Он на голове можно было, он нарисовал. Давай мы тогда сбреем. Что? Все это. Что? Давай. Мы с тобой вдвоем на соревнованиях у дочери, что происходит?
Что? А в чем проблема? Да. Ну мы прям все забрали. Давай мы ему спреем пол усика, вот так. Пол? Пол, вот такая херня. Чтоб еще до дома унизительно. Нет, давай вообще ехать, пол, да? Вот так полностью пол лица, чтобы он это с дальнобойщиками. Да, да. Я такая. Да, я... вот здесь загар, здесь на солнце растет, а здесь вот эти волосы пересадим в подмышки. Прикинь, меня останавливает ДПС, и как, ну что, командир, я сама с ним поговорю. Нет, ты знаешь, давай я, ты руки закрой свои. Я сама разберусь. Давай так. Давай. Серьезно, согласен? Ну, половину лица. Короче, нет, только бороду. Пол лица, а мне вот такие усы. Если побеждает Ваня, Андрею бреют пол лица. Если побеждает Андрей, то Ваня перманентным маркером рисует усы. А перманент, это значит, ну, максимум это на часа жизнь. Два. На часа два. Ребята, ну, осталось только пожать руки. Пол лица, усы перманентным маркером. Вау! Класс! Осталось решить, кто первый, и все. Вот, я все, как я рассказывал. Оп, а мы даже не поняли. Орел, решка, орел, решка, орел. Решка. Решка, ты орел. Получается так. Решка. Орел. Андрей. Значит... Ты первый или второй, ты можешь выбрать. Ты начинаешь или ты будешь вторым? А что выгоднее? Смотри, как подсказывает практика, можно быть вторым, чтобы посмотреть, что будет делать Ваня, и потом, типа... А если он феноменально сразу сделает если за 10 секунд? Если он феноменально сразу сделает за 10 секунд, надо будет то потом это... как-то обнять. Но ты еще должен напомнить, что когда ты первый, если ты выполнил задание, ты по-любому получаешь балл. Да. А вот если ты второй, тебе уже нужно улучшать результат. А я улучшу. Ты будешь вторым? Нет. Нет, давай я буду вторым, да. Второй. Мы же... Хорошо. Хорошо. Да. Мы будем вторыми. Хорошо, а мы будем начинать и побеждать. Давай. Вань, мы будем побеждать. Я просто уступаю. Как волгоградец волгоградцу. Я уступаю. Самое главное, ребят, помните, что это не игры. Здесь все серьезно. К первому раунду. Испытание. Костяная башня. Удерживая во рту палочку от мороженого, участнику необходимо выстроить на ней башню из 5 игральных костей. Есть один секретик, как мне кажется. Но я сейчас начну его рассказывать, а он там подслушивает. Конечно, мы все подслушаем, все применим и все победим. Да! Смотри, палочку же надо держать, ну, во рту. Так. Губами, ну, тяжело будет. Бл-бл-бл-бл. Зубами передними, ну, куда? Ты опять продолжаешь ему объяснять, как ребенку? Будет так надежней. Он думал, что надо 5 кубиков выстроить вверх. Такое испытание. Соответственно, он сомневался, сможет ли. Ваня, если ее вот так по диагонали... Это палочка во рту, это учат только на 5-м курсе Хогвартса, понимаешь? Вот я... Вот. А если... Он сказал волшебное слово. А если, Вань, смотри, малярчики при малярчике задействовать. Куда же она... Ну, куда так, же она? А ты не пробуй, давай. Ванька, а что? Ну, положи. Это что началось? Положи. Уже всю ее, глянь, обсосал. Все, давай. Положи палочку, чтобы Антон не докапывался. Да, сейчас палочку только по сигналу бери. Обратный отчет. Минута только... 5. Блядь, господи. Можно я скажу? Ну, я в процессе буду говорить. У меня внутри, сейчас, ты меня знаешь, да? У меня внутри азарт. И сзади кнопка, кто-то пришел. Нет, это хорошо, потому что это не игры, тут все серьезно. Перманентный маркер. Просто сделай это. Без фальстарта. Погнали. Испытание начинается. Сказал, погнали. 3, 2, 1. Пошел! Чуть-чуть не собран, но как-то подошел. Но начал хорошо. Стой, заново! А сколько надо подержать? Постояли. Да! Хорошо, Ваня, хорошо! Хорошо. Тихо, у меня щека лопнула. Я боюсь тебя, без шуток. Это лицо в конце. Блин, я говорю, да там... начинается азарт на Абрамов. Какой же сосредоточенный был Ваня. Ну там раньше просто... все было, но он просто хотел чуть-чуть покрасоваться и уронил. Хорошо. Ну на самом деле, Андрюх, нормально. Ты все проанализировал. Да, у меня даже палочка своя. Конечно. Андрей, вперед, давай.
Короче, Ваня справился за 35 секунд. За 45. Нам, чтобы получить балл за 35. За 35. За 35 примерно. Нам, чтобы получить балл, нужно справиться быстрее. Блин. Счет сейчас 1-0. Смотри, нужно балочку. Ты можешь его деморализовывать, хорошо. Конечно. Не надо там он попросил, я разрешил. Не надо ничего там делать. Какая противная свинья. Андрей, с задними зубами, как говорится, чтобы она не болталась. И, кстати, Ваня хорошо делал, что он вот так присел, и вот так, да, чтобы далеко не носить. Это я сразу заметил. Это ты сразу заметил. За 35 секунд. Андрюх, сделаем? Давай за 7. Самое главное, помни, это не игры. Здесь все, да, серьезно. Окей. Дальше обосрусь, ладно. А еще деморализация. Испытание начинается. 3, 2, 1. Давай! Вот, Андрюша, 1. Хорошо. Андрюх! Давай. Я могу подходить? 35 секунд очень мало. Не, отсюда надо, отсюда. Давай, есть время! Хорошо! Есть время! Идем хорошо! Есть время! Андрей! Давай! И стой! Просто сделай ради себя! Андрей! Иди к мечте! Давай! Он уже проиграл этот... Он должен ради себя. Давай! Андрюша, поставь! Да что ж такое? Поставь! Коля, руки из жопы, да? Андрюха! Испытание провалено. Ах ты, сука! Жалко. Блин, Андрей. Я поехал. Да, тяжело. Андрюш, ну вот это вот что? Я разнервничался. Разнервничался? Да. Ну не переживай, 1-0, нормально ты шел. Нормально все было. На третьем начинается. Тяжело. На третьем, на четвертом начинается уже. А я вот, знаете, Ваня, ну, мне нравится с ним общаться, вообще классный пацан, но я никогда бы не хотел ни во что с ним играть. Не смей, да. Он говорит вначале, деморализировать можно? Я говорю, да. И он сидит такой первые секунд 20, прям я вижу напряжен, а потом понимает, что не получится. Андрей! Так я переживал. Так мы, конечно, переживал. Мы земляки изначально, пока что. Да-да-да. Сейчас мы посмотрим, что будет делать Ваня, когда счет станет 1-1. А он не станет. Тяжелее. А он станет. Андрюш, он станет. Чуть больше уверенности, Андрей! Чуть больше, конечно! Ко второму раунду! Поехали! Испытание Double Trouble. Участник должен ударом снизу закинуть склеенный стаканчик на бутылку шампанского, а затем ударить шарик об стол, чтобы он попал в стакан. Повторить все 2 раза. Так, Андрюш, теперь мы начинаем первыми. О, да! Хорошо, уверенность. Неожиданно. Мы поработали в перерыве над уверенностью. Итак, Андрюш, смотри. Что, заплакал? Он расплакался. Слишком уверенно. Давай. Андрюх. Да не, я это все знаю. Андрюх, я тебе... Андрюх, пойдем по очереди. Лучше по очереди. То есть сначала один стакан в него, да, шарик, потом другой стакан. А можно шарик было как? Можно было стакан, не получилось, другой стакан, все собирать. Ага, да. Можно было все, так. А тут экономим время. Советы. Андрей, готов? День рождения. Вот этим движением, да? Да. Ну, Андрей, ты вот это оставь, знаешь, для чего? Оставил уже. Можно всей ладошкой. Всей, да, лучше. Всей ладошкой. Конечно. Всей ладошкой лучше. Тебе же не раз это говорили. Перед тобой опытный стакан. Готов? Да, наверное. Самое главное, помни, это не игры. Здесь все серьезно. Да я хуй забудешь это. Испытание да, начинается. Вот она напрягает меня. Да, напрягает. 3, 2, 1. Пошел! Давай! Фальстарт! Андрей, времени мало. Фальстарт! Ударь! Фальстарт! Да, хорошо. Нормально получится, да? Да. Ну, радует, что движение отработанное. Давай! Андрей, шариком! Давай, Андрюш, попасть! Попасть, Андрей! Давай, Ари.
день. Просто по... Ваш кумир. Да, пошел! Давай! Сейчас. Сейчас. Сильнее, чуть сильнее! Да! 15 секунд! 15 секунд! Сколько? Андрей, бал! Андрей! Да ты! Сука! Андрей, я 6 раз сказал «сука». Обидно. Обидно, очень обидно. Ну не факт, что Ваня справится. Да не, ну не сложно факт. Было, реально сложно. Конечно. Но можно. Ой, сатана. Все? Ой, ты Вань... расстроился, что ли? Нет, я просто хочу, знаешь, прям не маркером, а ножом усы. Я хочу, чтобы они остались. Ножом тебя побрею. У тебя будет шанс это сделать. Вперед, ребята. Ну, надеюсь, ты прекрасно понимаешь, что... Мне не нужны предисловия, давай. Не, подожди. Стилистика твоего поведения подразумевает, что у тебя вообще нет, блядь, права на ошибку. Что, знаешь, вот так себя вести можно только вот так. У меня нет друзей, я права, у меня... Давай, попробуй. Не, на самом деле, Андрюх. Андрей, мы все стерпим. Когда ты будешь рисовать ему усы... Да ладно. Ты все это вспомнишь. Это все прикол. Конечно, это все прикол. Пожелаем. Ну, ты явно отрицательный персонаж. Это прям максимально. Боже. Рубашки слизерина, как пидор. Ага. Вань, Иван не Наку. Обращай внимания. У тебя, я думаю, да, и в детстве не было друзей во дворе, поэтому ты просто сам по себе делаешь все пизже всех, просто один. Просто принимается. Просто. Принимается. Было. И все. И дожидайся прям начала, потому что ты там орал. Фальстарт. Нет, так я в прошлый раз это самое. Все, слушай, уже не формулируются слова нормальненько. Давай. Это не игры, тут все серьезно. Давай. Девочка моя. Пусть будет так. Крылова. Вспомнили Крылова? Испытание начинается. Я за тебя болею, на самом деле. 3, 2, 1. Погнали! Да ну нахуй, пока в моей схеме, нормальная схема. Это моя схема. Ой-ой-ой, не сломай. Только не сломай. Сломаешь, проиграешь. Сломал уже. Уже вон треснуло, да? Да. То Вань, есть развалится, ну, проебал. Многовато оборотов, Вань, многовато. Согласен. Проблемы с... Перфекционизм. Не могу помочь. Ребята! Стиль. Да я... Ох, Ваня! Ну, я вот как ты будешь уже не вспоминать этот раунд! Все. Ох, Ваня, как ты будешь вспоминать этот раунд в финале? Да. Ладно, это всего лишь игра. Все нормально. Ваня, что это было вот посередине минуты, чего? Когда ты хотел... Ладно, я, наверное... У меня был... Объясню. У меня был в голове. Либо мы ломаем стол, либо мы спокойно еще предпринимаем попытки. Ну, сложно было. Я сразу сказал, что как у него получилось, такое, ну, я так не смогу. Ну, ты в итоге так и смог. Так я не смог. Ну, просто уверенные 0 баллов. Ну, не надо прям закидывать, Вань. Нужно бить по ней. Бить. Прикинь. Мне больше всего понравилось, что Ваня в конце решил, типа, обмануть и даже вот так не попал. Да. Но, я говорю, им это все аукнется. Я очень думаю, скоро. Да. А что это? Что это? Ну, вот это вот вальяжное и такое вот поведение, типа. Не вальяжное, просто, ну, реально сложно было. Ну, сложно. То есть было. Я такой уже, да ну, если у меня не получается, то, скорее всего, у всех получится. Счет по-прежнему 1-0 к третьему раунду.
готовы побиться? Пойдем! Давай, береги маникюр. Пойдем! Арс, просто выживи, Арс, живи! Это тормозило, вы не так! Ошибочек, продолжай! Спокойненько, да. Вот, Арс! Да, да! Испытание «Мертвая петля». Участнику нужно раскрутить вешалку так, чтобы после мертвой петли она осталась висеть. Так, Вань, я боюсь, что наша проблема ровно в одном, что если она, не дай бог, упадет, ты начнешь вот это. Прикинь. Ну, у меня вот во дворе такой был пацан. Он бил мимо ворот и никогда, блядь, за мячом не бегал. Это он специально, чтобы кто ударил, тот и идет. Говорит, ладно. Ну вот, прошел год. Это ты на этом теряешь много времени. Я понимаю, хорошо, что, конечно, хорошо. Не хочется наклоняться, что-то поднимать это. Блин, все. Блин, если она далеко... Ну ладно. Я, чтобы ты понимал, не могу трогай, тебе... А вот не надо трогать. Она отравлена. Молодой человек. Ваня, я тебе не могу помогать. Даже если я бы мог ее поднять, я ладно, не могу. Ладно, нормально. Ну попробуем. Я пока не понимаю, в чем сложность. Надо посмотреть. В чем сложность, Андрюш, не понимаешь? Да. А ты точно понял, надо что посмотреть. Надо не, может, надо я посмотреть. Может, надо я неправильно вот так понял. Сделать, чтобы это просто и быстро поднять. Да. Ага, если упало. Вань, ты правильно понял правила. И так много раз. Давай, давай. Все, ты готов? Да, да. Мои не кроссовки забывай. Попают. Отлично. Это не игры. Здесь все серьезно. Погнали. Погнали. Испытание начинается. 3, 2, 1... Ага. Должна один поворот сделать. Хотя бы один. Хотя бы один. Хорош! Ну, да. Я даже не успел сюда повернуться. 10 секунд. 9 секунд. Ой, сколько? 11. 11 секунд. 11 секунд. Это на аукцион, Вань, это на аукцион. Ребята, когда 11 секунд? Начнутся 11 секунд. Игры непосредственно? Пока я вижу только разогрев перед игрой. Ну, я выиграл? Это, по идее, сильно легче, чем предыдущий. Ну, ты точно выиграл балл, но если Андрей это сделает быстрее, то он тоже получит балл. Андрюш, стой, не спеши. Наш балл уже никуда не денется, Вань. У меня еще есть что сказать. Давай, Андрюх. Ты сказал, что увидишь, насколько это сложно, и поймешь, и что ты понял сейчас. Это не сложно. Это не сложно. То есть ты справишься за 11 секунд? У меня как будто выбор есть, конечно. Андрюш, на самом деле, это вот, ну, я сейчас могу быть серьезен, это не ирония, это реально несложно. Да. Да. Давай, Андрюх, пошел. Прям сильно. Андрюшенька. Как в казино. 2-0 горим. Как в казино. Поехали. Нужно справиться за 11 секунд. Три вишни. Чтобы получить... Андрей, уверенность нравится. 11 секунд, Андрюш. Я постараюсь. Но 11 секунд. Он феноменал, он уникум, я нужно не знал. Нужно с первого раза. С первого случайно раза. Случайно получил. Самое главное, с не пытайся раза, силой. Реально. Не пытайся силой. Ну, 11 секунд. Ну, с какого? Со второго. Готов? Давай. Главное, помни, Андрей, это не игры. Тут все серьезно. Да, блядь. Вот это потому, что ты так реагируешь. Забудешь. Испытание начинается. 3, 2, 1... Давай, 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 успеем! Еще разок, успеем! Ай, все. Да ты как так-то, ну? Сейчас. Рукой, крутани рукой! Сейчас. Крутани рукой! Да козь! Ой. Ради своего удовольствия! Это чистый рандом, чисто ёбаный. Чисто для себя, Андрюш. Что сделай? 32 секунды. Для себя? Да ебать. Давай, Андрюш. Это ад. Андрей.
Проиграл. Проиграл. Это очень демократично. Проиграл. Проиграл. Андрей, ну 10 секунд, ну сделай. Да зачем? Сделай. Зачем? Сделай. Да, пизда. Провалено. Мне когда она вылетела, все, это дезморалит страшно вообще. Но мне получится по раз, когда... 2-0. Прикинь, сейчас останется. Нет, нет, я проклят, я проклят. Когда все, у тебя ты уже третий раз вешаешь и просто промахиваешься. Просто вот так. Она еще вот так ходит, вот так. Мне так стало жалко людей, но многие за тебя болеют. Конечно. Только мы с Ваней, болельщики «Спартака», понимаем, каково это болеть за человека, который... Просто, блядь, повесил. Ну, это чистый рандом, подожди, я не понимаю. Ты хотя бы не получаешь 2 миллиона рублей. Это же рандом, правда? Ну, на какой рандом? Да, рандом. Андрей, где ты раньше-то был? Ну не, блядь. Что ж, пока моя цыганка отрабатывает свой гонорар. Пока нормально. Ребята, я сейчас... Спасибо за волос, Андрей. Дорога ложка, к обеду. Сейчас я крутану, если останется, мы вас вынесем во всей игре. А я напомню, счет пока только 2-0. Следующему раунду. Испытание «Бросок кобры». Участник должен положить пару карандашей на тыльную сторону ладони, подбросить, поймать. Поэтапно увеличивая количество карандашей, в финале нужно поймать 10 штук. Андрей, есть шанс сократить отставание. Ты проверяешь, насколько дрожат руки? Нет. Ничего не смотри, понимаю. Лайфхак, сразу тебе лайфхак. Когда кладешь карандаши, подбрасываешь, лови вперед. Понял? Не сверху. Ага. Да, да, да. Да. Бросок кобры. Очень хорошо. У тебя выгибает. Лодочка. Моя понял, ты всего... лодочка. Ты, блядь. Андрей, ты готов? Я думаю, да. Давай, Андрюх. Просто справиться, и ты получишь балл. Самое главное, помни, это не игры. Здесь все серьезно. Андрюх, представь, что ты бросаешь младенца. Сейчас я сломаю себе руку. Испытание начинается. Вот так. 3, 2, 1. Ой. Андрей, сразу? С двух. Давай, 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 все будет хорошо. Так. Да, не считается, не считается. Считай, ну, нихуя, ну поймал. Да нихуя, он упал. Все там считается, это Ваня начинает. Да, 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 да. Уложи, уложи, уложи. Да, да. Последние два. Просто поймать. Ну? Так-то. Ну? Ну? Наконец-то! Фу. Красава! Ладно! Ладно! Ой, бля! Нормальное шоу! Нормальное шоу! Хорошее. А вот и 2-1! А вот и 2-1! Хорошее шоу! Мне надо... А что? Мне а справились мне мы, между прочим, за 42 не, секунды? Не, я долго делал, долго, нормально. 42 секунды, ребята! Это не 11. Удачи вам! Так, Вань, ну рассказывай, что пока мы сидели тут, ты что только не выдумал. И кольцом страховать. И пару фаланг удалить. Ну ты уже увидел на самом деле. Это всегда вторым, наверное. Это вот так он не делал ничего. Что ты делаешь? Я вспоминаю уролога своего, как он меня учил. Спокойно держишь? Спокойно ловишь вперед. Как кобра, ты же кобра. Иван, 42 секунды всего, давай, не минута. Давай, 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 ладно, хорошо. Все а очень что, серьезно. Хорошо. Это да, не нет, игры. Да как, блядь, а что это? Вперед. Испытание начинается. Это сердце отдает. 3, 2, 1. Это нормально. Вначале всегда легко, но у нас 42 секунды. Хорош!
Ой-о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 й-
сосредоточенный. Делай, не смотри туда, делай! Делай, блядь! Успеет! Все поймал. Все! Нет, делай! Ну все! Да, блядь. Не поймал? Не, ничего нету. Испытание. А почему? Ребята, решил, что ребята! Я так и знал, что все это... Ты ничего не потерял? Бля, ну я долго... Кроме этого балла. Я уже там. А мы знали, что ваше задание закончится именно вот этим, когда... А что же, а как же, а где же мы это-то проиграли? Блин, да не, ну шел же круто, я уже танцую, стою, все уже. Ты вот потанцевал... И дал вот лишние три сучки в землю. А зачем ты смотрел, как я танцую? А это знаете, что аукается? Стаканчики ваши вальяжные. С шариками. 2-1. Это начало конца! Ладно. Андрей, у тебя такой же настрой бешеный, как у меня? Или нет? Да даже жестче. Да? Тогда мы переходим к пятому раунду. Поехали. Испытание. Идеальная траектория. Запуская шарики по наклонному столу, участник должен по идеальной траектории закатить их в 3 стакана. Так, Вань! Поговаривают, что самый сложный стаканчик находится первым возле вот этой вот... Соответственно, неважно, в какой последовательности, не обязательно начинать с этого стакана. Просто надо, чтобы в каждом стакане... Был шарик. Офигеть, у меня от стресса немножко голос выше становится. Нет такого? Ну, чуть-чуть стал, да. Показалось. Нет, все отлично, Вань. Ты начни, и ты сам поймешь, куда он катится, какая тактика. Здесь надо, чтобы, как ты понимаешь, он максимально вот так чик-чирик. Да-да-да. Самое смешное, что будет каждый раз тик. За другой стороны обратно. А, вот так надо поставить сразу. Ну, видишь, ты уже что-то понял. Скорее всего, что-то очень неважное. Это 0-0-0. Вообще, конечно, установки от человека, который говорит, ну, понял, чик-чирик вот это, и пум-пурум потом. Ну, титоси-боси. Нет, я объясню. Давай. Когда у тренеров, ну, подопечных плохие спортсмены, он должен много чего объяснять. А когда Криштиану Роналду, им тренер говорит, давай, выходи, чик-чирик, и как бы, ну, расходимся. Понеслась. А это Криштиану Роналду. Нет. Он все знает сам, я ему просто говорю, когда начать, и все. Вань, единственная еще установочка, ты уже как бы почти на поле, я тебе вслед. Это не игры. Тут все серьезно. Испытание начинается. 3, 2, 1. Ой-ой-ой. Нормально. Нормально. Толпой, ничего нормального. Я просто его по-дружески подбадриваю. Толпой нельзя. Нельзя? Да. По одному? Ай-яй-яй, как было близко. Вань, ну, что-то надо думать. Сука! Да! Он задул его! Это был самый сложный. Он задул его! Ай! 18 секунд, все, пизда. Да какие? Не успел. Два. Не успел. Давай! Да! Я хотел дать тебе 5. Сильно. Как? Какой же я охуенный. Ну, 57 хотя бы. Просто охуенный. За 3 секунды до конца. Пиздец. Ну, сложно, да. Но не 11. Как я его назвал в начале этого раунда? Криштиану Роналду. Делает разницу. Андрюш, по сути, ничего не поменялось. Просто эмоциональный фон чуть-чуть подупал. В целом, также нужно справиться. 57 секунд, считай 60. Андрей, настоящая народная любовь — это когда из зала кричат «Кобра, давай!». Да.
Это вот это... Естественно. Андрюш, ну 57 секунд, а времени вообще не думай. Да. Главное попасть. Можешь взять ведро в руку. Да, я так и сделаю, я уже все понял. Не, да? Кстати, о времени вообще не думаю, особенно когда начинается 10, 9. Вообще, вылетает. Абсолютно. Андрей, самое главное помни, это не игры. Здесь все серьезно. Сделаем 3-2. Давай. Испытание начинается. 3, 2, 1. Пошел! Ай-яй-яй-яй! Все скандируют «Кобра», но Андрей даже близок пока не был. Андрюш, я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, что тебе сказать. Думай сам. Думай сам. Я думаю. Да, 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 да. Есть время, время есть, время есть. Хорошо. А? Ну сколько мы на последних секундах не закатили? Не, да. Ну, это моя пока... Но это 3-3 должно быть, уже 3-3. Моя любимая игра, потому что я, с одной стороны, рад за подонка, который побеждает за меня. Ну, я рад, потому что ты в моей команде. Ну, и Андрея чуть жалко, безусловно. Там последний, чуть ну, прям... жалко? Не, ну зачем мне вот ваша жалость? Мне ваша жалость вообще не нужна. А, ну тогда хули, 3-1. Не, тяжело, тяжело. То есть я только понял, как, и пиздец. И время. Самое сложное, последнее, когда уже 2 есть. Да. Можно было оттуда сказать. И когда 10 начинается. 10! 9! И такой, вы мне не помогаете. Ребята, 3-1. Остался 6-й раунд. У меня реально больше половины вот таких. Да. И мне еще нравится, как ты им помогаешь. Ты, иди, давай, вперед. Давай, хороший, давай. 3-1, 6-й раунд впереди. Это шанс сделать 3-2. А если будет 3-2, это в финале вообще нормально. Окей. Это... Чего не скажешь про 4-1. И в финале 5-1. К 6-му раунду. Поехали. Испытание «Фруктовый ниндзя». Задача участника, метая по одной, воткнуть 3 шпажки в арбуз. Андрей, да. Готов, смотри, самое отсюда. Главное... Перестаньте. Откуда? Здесь линия, да? Да, отсюда. Здесь линия. Вот за эту грань куба не переступай. То есть ногой вот туда не лезь. Наклоняться ты можешь как угодно. В смысле? Ну, ноги не должны наклоняться, но не касаться руками стола. Наклоняться можно вот так, вперед. Да. То есть, мне кажется, очень легко это сделать. Да, вот так, да. Андрей, самое главное, ответь мне на один вопрос. Ох, я... Подожди, ну-ка. Ты любишь дартс? Дартс. Нет, Арц. Люблю. Ну, так. Любишь? Давно играл. Забудь об этом. Mm-hmm. Забудь. Это понял? Потому что это не ты игра. Ты понял меня? Это забудь про дартс. Окей. Okay. Слышал? Копьешка. Шаст. А как? Шаст. А ты когда начинаешь... Mm-hmm. Все. Ха! Пока вы там ходили, у нас есть готовая техника, вопрос, чтобы выиграть. Вопрос. Да. Можно я в этой руке могу держать много шпажек? Конечно, можешь. Все, но кидать нужно только по одной. Хорошо. Если ты готов, ты готов. Я готов. Главное помни, что это не игры, здесь все серьезно. Поехали. Ходить, да, но мешать ему нельзя. Не буду мешать. Испытание начинается. 3, 2, 1. Хорошо, да. Ой. Только не в меня. Извините. Так, давай. Получится, давай. Ой, нет. Сейчас. Не ах ты, сука. Не отлетает. Да что такое? Он даже в арбуз перестал попадать. Она отлетает.
сейчас. Андрюш, сосредоточься. Да, я отойду. Давай. Сейчас. Ты что ж такое? Давай, Андрюш, давай, давай. Да, раз. Ай, сейчас. Сколько там, блядь? Два. Давай. Лучший, попади, попади, мою. А, сейчас, сейчас. Я, Андрюша, ёб попади. Андрей, да уж. Если бы было задание попадать, ну, по центру, это было бы поражение. Ветренно, да. Но просто ветренно, конечно. Фу. Лучший, лучший, 3-2, мы сделали 3-2. И справились за 53 секунды. Это несложно, если 53 впадать. Секунды. Я не впадал просто. Мы хотели кидать с места. И вот да так понятно. Еще, вот так кидайте. Да, ну вроде 3-2, ага. Наверное, надо побороться за 4-2. Удачи, ребята, а это мы забираем как сувениры. Они это делали жестами, потому что боялись, что мы узнаем их тактику, но мы же ее и так узнали, они же после этого играли. Они бросали как-то, ну, с вращением. Я не знаю, мне кажется, можно и так. Ну, попробуем несколько тактик. Ну, соответственно, любые варианты. Кстати, было настолько... Вот так не получится, Вань. Так эта тактика не работает. Нет, так реально невозможно попасть. Смотри, счет 3-2. Она не отскакивает так, чтобы... Счет 3-2, надо либо сделать 4-2, ну, либо не расстраиваться. А сколько у него было там до конца? А, кстати. 53 секунды. Нам надо успеть быстрее, чем за 53 секунды. А. Поставь, да, в баночку. Блять. А вот это секунды нам и не хватит, пока ты их достаешь. Хорошо. Главное не забывать, что это не игры, и тут все серьезно. Сделай 4-2, Вань, давай! Испытание начинается. 3, 2, 1. 53 секунды. Нормально, почти минута. Нельзя две, нельзя, нельзя три. Много одну, нельзя. Одну. Блять, много нельзя. Ну, да, конечно, насмотрелся. 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 Конечно, вы насмотрелись, как конечно. Это делают люди первый раз. На моих ошибках. Конечно. Нет, я объясню, ребят, я объясню. Дело в том, что я уже говорил, Ваня ведет себя так, что ему приходится, ну, круто играть. Иначе как он вообще потом уедет? Поэтому, да, он ведет себя немножко вызывающе, но играет как бог. Но мы уже с Андреем обсудили, что это ничего не значит. Счет 4-2. Абсолютно. А в финале может случиться все что угодно, правда, Андрей? Ты можешь даже в обморок упасть. А за это у нас дополнительные баллы дают. Просыпаюсь, а он усатый. Все будет, все будет. Все будет. К финальному раунду. Давай. Поехали. Испытание. Крестики-нолики. Участники должны подбить снизу стоящие на краю стола стаканы так, чтобы они встали дном вверх. После этого разрешается поставить его на поле по правилам игры крестики-нолики. Победит тот, кто первым выставит 3 стакана в ряд. Счет 4-2. По истечении 6 раундов Ваня ведет на 2 балла. Каждый балл приравнивается к 5 секундам. Понял. То есть у вас на выполнение испытания 1 минута, но, Андрей, ты вступишь только на 50 секунде. Ну, получается, у тебя на 50 секунде? Ну, нет. Нет, на 10. На 10. А, блядь. Ну, я просто...
Да, у нас один балл, 25 секунд. Ты вступаешь на 50. Не-не-не, вот сюда, кстати. Я имел в виду, когда ты на таймере увидишь 50. Да, на таймере. Ну, мы тебе скажем. Давай, Вань, соответственно, ну, эти 10 секунд... Поставить сразу могу? Да, поставить. Ну, постарайся не просрать, иначе все, что было до, бессмысленно. Но... Если ты за эти 10 секунд хотя бы что-то уже выставишь, у тебя будет преимущество. Ну, хотя бы потренишься эти 10 секунд. Хорошо, давай. Вань, ну ты так расстроился. Ну, что ты расстроился? Не расстроился, просто... Давай. Андрей, готов? 10 секунд. Погоди, стоп, почему у него уже стоит стакан? Я жду 10 секунд. Андрей, ну убери стакан, ладно, пожалуйста. Андрей, убери стакан. Они будут потом всю жизнь это вспоминать. Да. Слушай, ну если... Ну, ты так нервничаешь, как будто... Нет, просто исходные положения одинаковые. Все. Готовы? Я напоминаю... Это не игры. Нет. Что если ты проиграешь, Андрей, ты поедешь домой с половиной лица. А если ты проиграешь, Вань, то ты поедешь с такими усищами, которые абсолютно не выпирают от лица, но выглядят шикарно. Сделай мне хорошее. Конечно. Я тебя тоже хорошо побрею. Давай. Готовы? Это если ничья, да? А главное, нет, помните, это не игры. Здесь все серьезно. Это поехали. Финальное испытание начинается. 3, 2, 1. Не смешали. Андрей. 10 секунд очень важны. Можно заработать преимущество. Пошел, Андрей, пошел. Да. Андрюша, поставить. Секунд, это, блядь, это ужас. Не надо печалиться. Я тебе говорил, что ты не проиграешь. 10 секунд. Ужас. 10 секунд, блядь. Давайте так. С точки зрения спорта, конечно, победил Иван Абрамов. Да, он победил сегодня. Да. Ваня победил. Достойнейший. Куда ты взял? Ты кого-то собрался брить? Господа. Давай сюда. Это я. Вам. А это Андрюх, мне? Андрюх, ну... Да. Ну скажи, а вот это реально для тебя, ну типа, ну... Что? Ты пытался, ты хотел побриться, ну вот, на днях? Наполовину. Вообще такое. Не, наполовину, да, конкретно. Вот так думал? Я хотел, думал треть убрать, но... Нет, вообще не планировал, конечно. Не планировал, да. Ну, я когда бреюсь, я вот 7-летний, а когда да так, вы посмотрите то... на его лицо, просто посмотрите на его лицо. Не, ну, на самом деле, да. Да, просто я Андрея люблю, я поэтому так. Ну, рад, но не сильно прям. Вань, да мы всю игру это видели. Главное, останьтесь после этого друзьями, пацаны. Можно, да, хорошо. У нас будет маленькая ролевая игра, ну ладно. Я могу отсюда посмотреть? Говори, кто победил в этой игре. Я ничего вам не скажу. Иначе ты знаешь, что... Говорят, тебя называют Кобра. Я ничего вам не скажу. Но я не видел волосатых кобр. Ну и чтобы все это происходило чуть-чуть атмосфернее... Гоу-гоу-гоу, учится. Музыку поставьте. Давайте сделаем. Музыку поставьте. Вот это. Испытание начинается. Это музыка. Не торопись. Время есть, Вань. А потом я... Ты не за минуту, бреешь. Да, потом я вторую половину, блядь. О, что? Больно? Да, ну так. Больно? Чуть-чуть. Прости, пожалуйста. Не дави. Надо было выиграть. Ау. Не дави сильно. Я нормально, я тебе сделаю аккуратно. Подними, так будет хорошо. Ты мой хороший. Нет! Да, более-менее. По-моему? Нет, так прям. Аус. Обязательно. Сделай так. Моя девочка. Ну вот и теперь у меня какая красивая. Все. Ужасно, да? Странно. Не разъехал.
Слушай, ну, кстати, тебе... Ну, кстати, ему так хорошо? Не, без щетины их нормально. Да, вот так вот, без щетины хорошо. Да, да, да. Буду знать. Единственное, ну, вот так, конечно. Видно, что ты не очень умеешь брить-то. Единственное, надо определиться. Друзья, это были не игры, это Дима Позов. А это Антон Шастун. Совсем скоро увидимся. Пока! Пока! Thank you.